Что? Что? Нет, стой, припусти ниже, там шрам или что? Господи! Что творим, банда? Меня зовут Серхио Нес, и просто сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы выступить мою Суприм банду. Ведь в предыдущем время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, мне очень же нравится быть под нами. Не нравится? Так что подписывайся на мой канал, чтобы выступить мою Суприм банду. Самую крутую банду на ютубе, между прочим. Итак, про сегодня у нас вообще непростое видео. Сегодня будем проверять действие куклы Вуду. Да, та самая кукла Вуду, которая, как говорится, мистическая и должна приносить боль другому человеку. Именно сегодня мы с моей подругой Настей будем проверять эту куклу и посмотрим, что из этого получится. Да? Окей, бадди, если вдруг ты не знаешь, что такое кукла Вуду, то я тебе сейчас расскажу. Кукла Вуду — это такая самодельная игрушка, на которую можно сделать приговор на какого-то человека. С помощью этой куклы ты можешь управлять другим человеком. Ты можешь ей ломать руки, ноги, стрикать ее всякими иголками, резать ножом. И потом, во что ты стрикал, это будет болеть у того человека, на которого сделана кукла Вуду. К примеру, если ты стрикнешь в руку, то у человека, на которого ты сделал заговор на эту куклу, будет болеть рука. Так говорилось в легендах, и сегодня мы это проверим, ли правда это работает, не правда, что будет болеть рука, не правда, что будет порезана кожа. Сегодня мы это проверяем. Но, банда, куклу мы будем проверять, естественно, не на мне, а на Насте. Надеюсь же, ты не против? Окей, банди, для того, чтобы кукла Вуда работала, я должен делать тот, на ком эта кукла Вуда и будет. Поэтому сейчас будет делать Настя. Для того, чтобы делать куклу Вуду, нам надо ткань. Также нам понадобится ткань для того, чтобы связать куклу Вуду. И наполнители для куклы, так сказать, ее органы. Глазами для нашей куклы будут пуговицы. Также нити для волос и чтобы пришить пуговицы. Первый шаг — нам надо вырезать эту пупу. И первый шаг сделан. Для того, чтобы она не расходилась, мы скрепили ее иголками. Следующий шаг — сшить ее и наполнить наполнителем. Так, наша кукла уже готова. Осталось добавить некоторые детали. Ёбан, вы только посмотрите, как же это круто, это реально очень похоже, вы только выглядите, как будто в зеркало смотрит, ну реально. Окей, бро, вот кукла, если честно, я не ожидал, что будет такой результат, она реально очень красивая. Я вам открою тайну, я давно хотел увидеть настоящую куклу Вуду, но я боялся их делать, очень боялся. И сегодня у меня так сложилось, что я могу ее сделать, и вот так вот выглядит кукла Вуду. Самое страшное то, что эта кукла Вуду 100% будет на Насте, потому что она ее делала, как говорилось в легендах, как говорилось в всяких инструкциях. Один из способов привязать куклу Вуду к человеку, это должен делать ее сам тот человек, на кого будет эта кукла Вуду. Ее делала Настя, именно поэтому эта кукла Вуду на Насте. И если честно, банда, мне уже не терпится проверить эту куклу Вуду. Реально интересно, ли она рабочая, или это просто фейковые вбросы. Но самое ужасное, что а вдруг если эта кукла Вуду рабочая, и реально будет причинить боль Насте. Что ж, банда, пришло время проверять эту куклу Вуду и смотреть, что же она сможет сделать. Для начала мы ее проверим тем, что мы будем ее колоть иголками, проверим, не правда будет работать это на Насте, потому что эту куклу Вуду делала именно Настя. Эта кукла Вуду чисто Настина. Настя, слишком много Настя для одного видео. Вон там в углу стоит Настя, она не будет видеть, что я тыкаю в эту куклу. Собственно говоря, так мы и проверим это действие этой куклы. Ты готова? Да. Начинаем. Окей, банды, первое, что я тыкну, это сюда. Ай. Что? Как будто что-то кольнуло. Окей. Так, стой, давай еще продолжим. Ты готова? Да. Эту я, пожалуй, кольну сюда. Ай. Что? Смотрите, о господи, это реально происходит. В правую ногу я кольну, Настя кричала, что больно, в левую то же самое. Окей, давай, последняя иголка, готова? Угу. Что ж, смотри. Раз, два, три. Ай! Что? Больно. Ай. Что болит? Сердце болит, ай. В смысле? Ты не поверишь, но посмотри. Я все колол туда, где что тебе болело. Вот это да. Если честно, банда, я в шоке. Эта кукла Вуду, она реально работает. Сейчас будем проверять дальше эту куклу Вуду и то, как она работает. Ты готова? Ты серьезно? Ну, может, не надо? Зачем? Ну, я думал, тебе тоже это интересно узнать, ли будет работать кукла Вуду. Ну... Да перестань, все будет хорошо, не переживай. Окей, тогда мы вытаскиваем все эти иголки, они нам больше не нужны, потому что дальше мы будем делать все ножом. Окей, то есть ты хочешь сказать, что тебе сейчас было больно от этой куклы? Да. А если я сделаю вот так? Ай, щекотно, что ты делаешь? Серьезно? Да.
Перестань! Окей, Бандалан, давайте будем проверять дальше куклу. Так, самое главное, эти кукле не делать вот так. Не бить ее резко, резко не разрезать, а то мало ли что может случиться. Потому что последствия могут быть реально печальные. Тем более, это кукла Вуду. Она реально может работать, и кто знает, что будет дальше. Сейчас можно легонько по ней привести, и все, уже будет порез до самых органов. Банда, я просто без понятия, как работать с этой куклой Вуду. Мне реально не по себе, только от ее вида. А тем более, то, как работали иголки, а они работали. Мне реально страшно. Я просто не знаю, ты не передай словами, кукла Вуду, она работает. Иголки показали, что работает. О, да, банда, наши ставки вылечают. Именно поэтому сейчас будем резать эту куклу этим ножом. И посмотрим, не будет какой-то синяк или будет настоящая рана. Вот не знаю, как вам, но мне реально интересно это проверить. Ты готова? Окей, банда, самый волнительный момент. Мы сейчас будем проверять эту куклу Вуду. Мы будем ее пробовать разрезать ножом, поверьте. Это очень волнительно, потому что кто знает, что будет дальше. Кто знает, какие могут быть последствия. Готова? Да. О, господи. Окей. Я не знаю, мне страшно. Здесь или здесь? Ладно. Ай! Что, 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 что? Что? В смысле, покажи! О, черт! Не, стой, пропусти ниже, там шрам или что? Господи! Банда, я в шоке! Прости, прости, пожалуйста, прости! Я не хотел! Господи! Я в шоке! Это кукла Вуду, она... Господи, это кукла Вуду, она работает! О, черт! Как это происходит, кукла Вуду, рабочая? У тебя там реально кровь! Эта кукла, она работает по-настоящему! Блин, мне не верится в это! Я до последнего не верю, что кукла будет работать! Но то, что я вижу сейчас, эту кровь, эта кукла по-настоящему работает! Блин, как же это страшно! Получается, что любой может сделать на вас, на меня куклу Вуду, и потом может контролировать все мое здоровье! Всего-то, что ему для этого нужно, мои волосы и немного крови! Боюсь, что волосы самые легче будет получить. А крови немножко напрячься, и уже будет кровь. И все, кукла Вуду на тебя уже готова. Так же самое, как и на меня. И причем это работает, там реальная кровь. Блин, я не верю в это. Я просто не верю своим глазам. Я не знаю, мы будем продолжать или нет. Ты как скажешь? Я не знаю. Еще не знаю, как скажешь, так и будем делать, да или нет? Давай продолжим. Фух, смотри, ты сама согласилась. Я не уверен, где нужно было это продолжать. Фух, окей, точно готова? Фух, мне все еще не верится, что это работает. Так, где? Здесь. Ладно, здесь. Вот так вот. Ай! Что, 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 что? Что? Блин, ты как, ты в порядке? Покажи. О, черт! Ничего себе! Вот это да, банда, господи, прости, прости, прости. Вы видели эту банду? Там реальная кровь. Эта кукла Вуду, она работает. Господи, что вообще происходит? Как это возможно? Ой. Покажи еще раз. Встань. Ой, очень больно. О, черт. Господи. Фух, я не знаю, что делать. Не знаю, нужно, наверное, как-то быстрее перевязать эти раны. Ой, больно. Сядь, может быть, легче станет. Господи. Покажи тут, а все еще осталось-то, что снизу? У меня аж прям мурашки по коже бегают от этого, от того, что я сейчас вижу. Очень больно. Да, болит, очень болит. О, господи. Черт, я не знаю, что делать. Не знаю, мы с тобой говорили о том, чтобы еще как-то проверить эту куклу. Ты готова или нет? Нет. Тогда не будем ее больше проверять. Нет, больше не будем. Окей, Бада, наверное, на этом будем заканчивать видео и будем ехать... Давай, давай это проверим. Ты уверена в этом? Да. Окей, тогда у нас остался всего один способ это попробовать поджечь куклу. Ты точно уверена, что ты готова это сделать? Да, я уверена. Ладно, это твой выбор. Окей, смотри, это последнее, на что ты согласилась, что ты хотела проверить. Фух, один из самых страшных. Ай! Что, что, что? Ай, что? Ай, покажи. Болит, болит. Ай-яй-яй. А, прости. Аккуратно, не трогай, ай-яй-яй. Черт. О, господи. Ты в порядке? Ой, да. Дай еще посмотреть. Ой. Ой, черт, оно здесь такой сильный ожог. Черт, 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 что с этим делать? Нужно тебя срочно везти в больницу. Банда, я просто в шоке, я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как на это реагировать. Фух, я не знаю, надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставите лайк, потому что за такую это можно поставить лайк. Она, можно сказать, на грани была, вдруг бы она сейчас умерла. Что ж, банда, давайте просто на этом закончим видео.
Давайте наберем на это видео как можно больше лайков. Поэтому если ты бандит, ты обязательно должен поставить лайки, бро. Просто берите, подписывайтесь на канал, если хочешь вступить в мою суприм банду. Будь моя суприм банда. Кто не с нами, тот под нами. Так что подписывайтесь. Бро, вот коммент из-под прошлого видео. Господи, все быстро вам сейчас покажу. Не забывай про инстаграм и бро. Точно все в порядке? Ну сейчас пойдем в больницу, не переживай. Банда, лайк, комментите в следующем видео. Вот такой, блядь, ко мне видео. Оставайся, так, мне шикарный, пока!